Заранее отошла. А ты резать дальше. Можно я как бы давай, вот я вертикальная работа. Если вот красное пятно будет у тебя на работе, и кусочек смотрите, воды, какая стена колорит. Вот уже, ребята, не будет лес, и деревья, и но это уже немножко переводит. Тогда возьмешь и будешь писать с ребятами, или его можно. Следом кусочек просто одно окно. Да. Вот тогда посмотри, что ты выбираешь, по квадратике сделай руками вот так. Какой у тебя? Шатер не надо мне? Шатер мне не надо. Шатер очень красное пятно, оно было бы у тебя хорошо. Вот здесь, если она кажется, вот уголки, если у тебя будет шатер. Да, да, да. А я вообще хотел бы ответить после высока. Сюда. А сюда вот видите, написано. Да. С велосипедом, вот. Да? Шатер, велосипед, очень да. Хорошо. Вот супер. Тогда с последних окон и пиши. Вот последнее окно вот так. Вот я примерно тебе покажу, где это. Так, вода, чтобы у тебя была у тебя. Да, вода совсем, да. Да. Вот шатер. Шатер. Нет, шатер я хотела, не хотела. Не хотела? Не хотела, я хотела наоборот. Давай. Как бы вот это вместе с небом. Так. Здесь уже волшебство. Это вот так. Здесь 100 галстей. Даже больше. Здесь лежит сюда. Раскопал. А шатер больше нет уже. Там приходит какая-то риса, и она вручила шпал. Они просто прозрачные. И немножко ниже.